Сигнал пожарной тревоги прозвучал буквально сразу после звонка на урок. Под руководством учителей школьники покинули условно горящее здание. По легенде, возгорание произошло в буфете. Персонал школы развернул пожарные гидранты. Огнеборцы прибыли на место через 2 минуты после того, как сработала сигнализация. В целом, действия персонала и руководства школы можно считать достаточно грамотными. Эвакуация прошла организованно, без паники. В целом, результаты эвакуации можно считать удовлетворительными. Всего было эвакуировано 274 школьника и персонала школы. После проверки и краткой лекции на спортплощадке о правилах пожарной безопасности школьники вновь сели за парты. Сотрудники МЧС рассказали детям о причинах возникновения пожаров. Вообще, подобные занятия в 4-й школе проводятся регулярно. В нашей школе создан отряд юных пожарных, которые проводят профилактическую работу. И мы 4 классных часа проводим по программе с 1 по 11 класс по пожарной безопасности. Я думаю, эта работа как раз и привела сегодня к слаженной эвакуации. За месячник пожарной безопасности сотрудники МЧС посетят все школы республики, проведут занятия с учениками и персоналом и, конечно, проверят их готовность. Батыр Ламбаев, Андрей Дармаев. Новости дня.